Вы что, еще банки из-за этих, что ли? Они да. Ой. Там да, у вас контроли я... дохуя для вас. Блять, надо тоже банки тогда юзать. Почему я не могу тебя выбить? Охуел? Около 70. Бью? Матрас, ты там живешь? Да. Я сильнусь тоже. Блядь, где он? Где все? Не видно. Ай, блин! Сейвов нет, ничего нет. Спасай! Да так быстро подкидывают. Лови папиросу. Тупо сейчас не кинулся скилл, у меня это... Это, блин. Это что было? Почему ты промахнулся? Сейв, сейв! Нет. Не успел. Она была в фантомском. Да ладно, блядь, Soul Dre я один на один легко порву. Нет, ну, тебе да, у тебя есть преимущество перед ним. Вот это легко, вряд ли. Я же все равно так что на тебя выберу. Не мешай мне. Ау. Да пиздец там шо, блядь. Опять я контроль чистый, блядь. Я, кстати, стану тебе никогда не использовал, практически. Этот, который на один, ударная волна. Да, блядь, зато, блядь, от Муатараса контроль, блядь, вообще нон-стоп. Мне просто не встать, тупо. Тап отдаю, дальше лежу. И в чем смысл, блядь? Чё за хуйня, я, блядь, по легендаре дамажить не могу вообще. Я просто мастер блоков. Какой мастер блоков? Я тебе просто в блин попал фаерболом. И тебе дамаг нанесся там вообще мизерный. Ну вставай, гоп, опять там скользнул. Вот я сейчас реально не в блок, я тебе попал, но снес мизер. Вот серьезно. У тебя сколько ну, дефолт? 1330. Да, чувак. И то вижу блок. Может, у меня были клинки защиты? Да нет, вот именно танков не было. У меня просто дамаг вообще не отображает. Чего я тебя вижу, бля, как бы идет. Вот теперь сработал. Ну. Да. Поставил уже блок. Еще и Soul Dre здесь подсасывает, ёпта. Он такой. Я хитрый лис. Ты пиздим лунь. Ау, да блин, я смотрю просто. Да блин, ты у меня в ассисте, кто ли? А что, Legendary не влочит все. Просто лег. Бабочку кинул. Ой, бля. Ты не сможешь спокойно. Я живу! Да, я живу. Воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не, понятия. Вот так вот. Не промазал льдом, как так? Да реально просто, блядь, вдвоем. Легендари, Soul Dre, Лей, у него нет ни банок, ничего. Хе-хе, у меня есть приз. Ну а чё, один выход есть. Да по... Приз. Даю. Хим быстрее, напад.
Почему я не пробиваю тебя? Не потому фаербол попал. Ну, в смысле, ты в инвизе, я бью по тебе, у меня выпад на дальность поставлен, я не выбиваю тебя из инвиза. Ну, вот, уклонение ж. Там первые секунды идет сопротивление. У меня скин не перестраивается. После этого, как это... Да? В меня бабочки слышат? Ах, это еще, блядь, по-моему, от Солдрея, блядь, что-то прилетело. Я успел только два раза, пока МЛК нажать и все. Ну, понятно. EVP ночь. Не, ну блять, фэмов один на один делать просто как нечто, очень легко. Вот, блять, с финами проблема, потому что... Блин, я бы захвейлил. Ну дали фри. Стой в вечном фризис, да? Кстати, вы вполне можете просто, даже пока фаербол еще летит, просто взять и заблочить, даже если вы его не видели до этого. Вернее, не предполагал. Потому что пока он летит, пиздец. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, надо сейвиться.